Уважаемый президент Больсонаро, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Рамафоза, уважаемый премьер-министр Моди, коллеги, дамы и господа, встреча глав государств и правительств БРИКС с представителями делового совета стали хорошей традицией, являются весьма полезным форматом прямого общения лидеров пятерки с предпринимательским сообществом. Считаю вполне логичным, что на этот раз бразильское председательство пригласило к участию в этой встрече и руководство нового банка развития, созданный 5 лет назад в рамках БРИКС и успешно прошедшего стадию становления. Банка, который наладил эффективную работу в сфере инвестирования и кредитования, войдя в число ключевых международных финансовых организаций. Мы с большим интересом выслушали выступление президента банка господина Камадха и, как представляется, деятельность НРБ, его руководство, всей руководящей команды, региональных представительств вполне заслуживают позитивной оценки. И думаю, что со мной коллеги согласятся, господин Камадха сделал очень много для того, чтобы работа банка была такой, какой она есть сегодня, успешной. Важно, что портфель инвестиционных проектов нового банка развития продолжает расти и уже превысил 12 миллиардов долларов. Из 44 одобренных проектов 7 осуществляются на территории Российской Федерации. Среди них достаточно важные для нас строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе России, в Карелии, нефтехимический комплекс в Сибири, в городе Тобольске, проекты по совершенствованию водоснабжения и инфраструктуры в ряде городов России, а также по развитию российской судебной системы. Здесь и возведение новых зданий судов, и внедрение в судебный процесс передовых информационных технологий. В качестве рекомендации по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков, и соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России. В этой связи хотел бы напомнить, что российская национальная валюта, рубль, полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране. Рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям. Рассчитываем также на скорейшее завершение новым банком развития согласования внутренних процедур для запуска фонда технического содействия, который призван помогать предпринимателям в подготовке качественной проектной документации при подаче заявок на кредитование за счет средств банка. И еще представляется полезной идея расширить число региональных отделений нового банка развития. Отмечу успешный опыт функционирования Африканского регионального центра в Йоханнесбурге. Приступает к работе филиал банка для Латинской Америки в Бразилии. Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия его офиса в Москве уже в первой половине 2020 года. Также хотел бы дать высокую оценку работы делового совета БРИКС, о которой нам подробно рассказал его председатель господин Жаксон Шнайдер. Деятельность совета реально помогает наполнению экономического сотрудничества в рамках БРИКС конкретными проектами и инициативами в торговле, в сфере инвестиций, промышленности, финансов, науки и технологий. В этом контексте хорошо зарекомендовали себя профильные рабочие группы делового совета по инфраструктуре, производственному, финансовому секторам, энергетике и зеленой экономике, кадровой политике, сельскому хозяйству, дерегуляции, региональной авиации, цифровой экономике. Хотел бы поблагодарить членов совета делового совета и за очередной подробный доклад с рекомендациями по налаживанию взаимодействия между государствами и предпринимательским сообществом.
Мы с ними, конечно же, внимательно ознакомимся и обязательно учтем в ходе российского председательства в БРИКС в 2020 году при определении ключевых направлений развития сотрудничества в рамках нашего объединения. Упомяну, что в следующем году мы планируем предложить нашим партнерам по БРИКС провести совместную работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года. Исходим из того, что деловой совет подготовит в этой связи свои идеи и предложения. Как уже говорил вчера, к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге в июле будущего года будет приурочена и обширная программа деловых мероприятий. Мы приглашаем принять участие в них все заинтересованные бизнес-объединения, всех представителей бизнеса и официальных кругов стран пятерки. И, разумеется, ждем гостей из государств БРИКС на Петербургском международном ежегодном экономическом форуме в июне и на Восточном экономическом форуме в сентябре следующего года во Владивостоке. Благодарю вас за внимание.